Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Доброе утро. Доброе утро. Всем привет, доброе утро. И Бонни тут лежит. Я уже диван застелила. Он настолько уже рвется у нас. Ужасно просто. Мне пришлось его застелить пока что так, пока новый не взяли. Так, пылесос у меня тут уже работает. Застрял. Ну-ка, влазь. Деток я отправила в школу. Бонни, Филя, ты не пойдешь гулять? Он уже ждет, котик пришел или нет. Как холодно у нас. Ребят, у нас так температура упала. 12-13 градусов. Представьте себе. Было 35-40. И сейчас дожди. Холодно. Ужас. Так вот сейчас вышла на улицу в футболке. Прохладно. Было так хорошо. Неужели лето закончилось? Какие у нас на сегодня планы? Сейчас мы будем собираться в спортзал. Обычно мы ходим где-то часов в 7 вечера, но сейчас Лео работает с обеда до ночи, до 11 ночи. Поэтому спортзал у нас перекинулся на утро, часиков так в 9. Мы идем, полтора часа занимаемся, приходим домой, готовлю обед, приходят уже дети со школы, поэтому или уедет на работу. Плохо то, что Маргарита получается на этой неделе в спортзал. Чего ты смотришь? Бонни там придет погулять. Маргарита на этой неделе в спортзал ходить не будет, потому что, ну, она учится. Эту неделю она пропускает, если только в субботу-воскресенье у нее получится. А бассейн, там крышка от бассейна наполнилась водой от дождя. Ее нужно уже выкачивать, иначе она провалится и все в бассейн зальется. Бонни выгуливать надо. Собираться и в спортзал. Уходи давай. Нет котика там, твоего дружка. Будем, пойдем гулять. Сейчас мы быстренько позавтракаем и пойдем. Пойдем гулять? Пошли. Быстро. Решила я вот так вот загнуть веточку. Они очень послушные, мягкие, поэтому сразу вытягнутся. Так, все. Мы готовы. Мне нужно еще забрать коробку, отдать с вещами. Я тут хожу в Ксюшиных ботусах, кроссовках. Это для спорта. У меня нет удобных таких, чтобы заниматься. Я у нее заняла. Спасибо. Они очень такие удобненькие, мягкие. И по размеру подходит. Хорошо, когда один размер с ребенком. Все. Готовы. Сейчас по раке. Ничего себе он выпил. За несколько секунд целый бутыль. Запараке. Паратена. Энергия. А, для энергии, чтобы хорошо позаниматься. Кстати, Лео вчера принес вот такую вот штуку. Кто знает, как называется? Тут написано «Булкан». Это с Турции. Турецкие какие-то орешки. Вот такие вот. Они такие, знаете, как... Они очень сухие, и когда ешь... Такой вкус странный какой-то, как картошка, что ли, какая-то. В общем, его угостили на работе. Там турки работают. Такие вот турецкие сладости. Я вчера одну штучку съела. Это фисташки, там еще внутри крем и орешки. Такой вот. Очень вкусное. Но нельзя. Нет, нехорошо. Нехорошо. Время 9:30, мы вообще-то должны были уже заниматься. Кардио? Да. Покито. Немножко кардио сделаю и немножко силовые. Сколько успею. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Закончили, забежали в магазин. Мне нужно купить таблетки для посуды. Донестан Новел.
Таблеточки для посудомойки нужно купить. Это только дешевые таблеточки. Есть финиса? Да, есть. Вот это вот не очень. Они оставляют пятна белые. А тот, который хороший, хорошие таблеточки, их тут нет. Мы уже дома. Сейчас распакую. Вот мне хорошо. Бананчики, персики. Там виноград, авокадо. И все. Я, в общем, взяла вот эти таблетки. Они, конечно, не очень. Эта марка не очень хорошая, но другой не было. И это тоже нужно в машинку заливать для блеска. Все. Сейчас будем готовить. Я не знаю, мне вот эти вот орешки как понравились. Они, наверное, очень калорийные, но невкусные. Привет! Привет! Маргоша на автобусе сегодня. Марго! Ну, завтра на велике, да? Завтра не будет дождя. А Ксюша на велике поехала. Ей не страшен ни снег, ни дождь, ни вьюга. Маргарита, будешь такую штуку? Папа приготовил яйцо. Здесь сыр, вот это вот все поджаристая корочка. Такая. Это сыр, там яйцо, авокадо. Будешь и колбаска? Я яйцо не кушаю. А, яйцо не ест она. Да. Окей. Ладно, тогда хлебушек. Будешь? С хлебом. Авокадо, помидор. Устала? А, в туалет. Быстро, быстро. Быстро. А завтра придется идти опять. Ноготочки недавно сделали. Скриха фармор. Фер лектёна. Фер что? Pero para qué te sirve? No. O sea, lo que te van a enseñar ahí. No. Para qué te sirve? У нас тут разборки кошачьи. Тот молчит, главное, Филька орёт. Ты что орёшь? Фили? Вот так вот дверь открыть, они же подерутся. Ой. А дрожит он как, а? Фили? Не пускают. Филипп, ты не гостеприимный кот. Филипп. Кошечку, котика пусти в гости. Вообще просто сидит спокойно. Ой. Он хочет уже лапой его треснуть. Соседи выйдут, точно выйдут. Ну, соседи сейчас придут, скажут, что там у вас за разборки кошачьи. Ну, в смысле, Макс, смотри. Реши вот этот пример. Потом вот это вот найдешь число и будешь искать, чтобы здесь оно тоже получилось. Каролина математику делает. Вот они, получается, я не знаю до какого, я уже не помню до какого класса, они пишут карандашом примеры в тетрадках. Упражнения разные. В четвертом, наверное. А в четвертом классе, вот ты учишься с четвертым вместе, они учатся... То есть они пишут ручками? Да, я правильно пишу, тогда надо потом... Ну так есть же ручка, которая стирается. Не нужно ручкой писать? Тебе вот эти все надо решить столбики? Да. Угу. Потом надо всегда вот написано. Тут это какой-то слайм делать. Угу. Дневников у них тоже нет. Они пишут себе домашнее задание вот в таких тетрадочках. Видите, тут вот. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Это хорошо. Маме, если... Здесь число, это... и здесь они пишут какие там упражнения. Тут, конечно, ничего не понятно. Если... Как-то по-своему они пишут, я бы не поняла. Честно, по какому... Это Deutsch, да, это математика? Это Dats? Да. А, это математика, да, это Dats, Deutsch, немецкий. И вот тут вот упражнения разные. Все. Девчонки в школе. Сегодня Ксюша до пяти. Придет. Ксюша до пяти сегодня. У Маргоши не знаю. Это Маргарита. Сегодня что у нас? Вторник. У нее вот с часу 30 до, да, тоже до пяти француз. Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами зарабатывают настоящие деньги в играх. И кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк.
лучший мобильный банк. У Ксюши сегодня с 2:20, я не знаю, что это за предмет, БС, это спорт, по-моему. Да, это спорт, БС. И немецкий. Вот, завтра у них ничего нет. Он думает, сейчас Филька вылезет. Я закрыла его в туалете. Тебя откармливаем, да? Я не пойму, то ли он старенький, то ли, не знаю, мама, какой-то странный. Ходит, попил водичку. Ходит как-то странно он. Смотри, видишь там, мам. Хочу немножко вычерпать. Хочу немножко вычерпать воду оттуда. Ты не ходи, там трава мокрая, нельзя тогда. Не ходи, там мокрая. Буду воду выливать. Воды на самом деле очень много здесь. Может быть, так незаметно, не видно, но очень много воды. В общем, я это все так оставлю. Может быть, я не хотела бассейн загрязнять вот этим всем мусором. Пусть пока так и будет. Если что, просто потом уберем, и эта вода вся зальется в бассейн. И нужно будет просто бассейн почистить. Вот так оно незаметно, но это очень много воды. Она такая ледяная еще. В общем, ладно, пусть будет так. Время только попусту трачу. Играется, что ли? Как снег. Можно открыть? Я думала, сейчас я быстренько эту водичку всю вычерпаю. Ага, конечно. Холодная? Сколько там стояла. Но она холодная, конечно, да? Сколько я там стояла, и она все не убавляется, не убавляется. И плюс сейчас еще дождик опять пошел. У меня тут 3 кабачка в холодильнике завалялись. Хочу сделать рулет с кабачка. Не знаю, какую начинку сделать. Вот нужно натереть на терке. Вот этой вот крупной. Потом нужно будет посолить и подождать, пока выйдет весь сок. Потом добавить яйцо и, по-моему, еще что-то, не помню. Все, теперь нужно посолить и подождать. Видите, сколько воды. Это все надо отжать теперь. Хорошенько. Карина, прежде чем что-то брать, надо спрашивать, окей? Даже не спрашиваю. Так нельзя. Сюда я добавила еще 4 яйца. Сухой чеснок и сушеный укроп, по-моему. Это либо петрушка, не знаю, что это. В общем, сушеную зелень. Сейчас это все перемешаю и добавлю еще буквально там, не знаю, 4 ложечки столовой муки. Чуть-чуть так. Для густоты. Все. Теперь это все перемешиваем. Сразу включаем. Ой, кто-то тут заляпал. Вечно ляпает кто-то тут. Включаем духовку сразу на 180, наверное, 190. Перемешиваем. Как будем кушать? Кабачок, рулет с кабачком. Намазываем. Можно смазать маслом, чтобы он потом хорошо у нас отошел. Теперь эту массу все выливаем. И лопаткой разровняем. Ты будешь такое есть? Так вкусно? Полезно? Кабачок. Это кабачок. С яйцом. Сейчас рулетик буду делать. Все, видите, теперь мы берем эту духовку. Так, нужно 180 градусов на 25-30 минут, там уже смотреть. Так, дальше берем сыр и тунец. Сейчас перемешаем это все. Наш коржик. Все, такая вот масса получилась. Достаточно. Да. Сейчас он остынет.
это будет точно так. В общем, я его вот так буду резать, чтобы были прям тоненькие полосочки. Нужно вот так вот перевернуть. И убираем окно. Так. Так вот. Тихонечко. Все, убираем в холодильник, чтобы немножко охладились. Нормально? Сочетание. В прошлый раз мы делали с сальмоном. Первый раз пробую этот мясо с тунцом. Вкусненько. Потому что специи там. Суши, море, кетчупа. Я больше покупать кетчуп. Я больше не буду кетчуп покупать, Ксения. Потом вытришь руки. А ты будешь апельсинку? Нет? Полезно же. Ты что? Калина, сюда наклоняйся, сейчас будут капать. От стола. Можно сок делать? Нам через час уже спать. Да? Время уже 8:13. Да, через часик спать. Так, в прошлом влоге я спрашивала, кого связать. В итоге связала зайчика, но в комментариях также писали связать котика. Поэтому у меня, видите, второй инопланетянин. Это котик будет. Рыжий котик. Сначала думала лисичку, но потом думаю, там же у лисички вытянутая мордочка. Думаю, нет, не буду я. И поэтому вот. Тело готово. Теперь я вяжу лапки и ушки. И все, вот готово. Это я завтра сделаю. Хорошо. Все, никак не могу испробовать свою сушку. Нужно будет, наверное, сделать это завтра. Я купила яблоки, есть у меня яблоки. Буду сушить завтра. Это что там за кот такой? Все, давайте собираться будем. Да пьешь, не надо баловаться, Макс. Не-не-не, сейчас папку поломаешь. Нет. Порвешь папку. Вот, не порвел. Нет, порвешь. Нет. Макс, зубы чистить, пожалуйста. Давай, бегом. Да. Так, ну все, свинка, Пеппа. А я не Или свинка. Ты Джордж? Нет. А кто ты? Папа свин? Нет. Девочки. Мне холодно. Черепашка. Я не знаю, показывала я черепашку или не показывала. Маргуша взяла черепашку себе. Я чуть ей помогала. На, держи черепашонку. О, стопэ. Так, Макс, все. Такой мохнатый песик. Зачем ты его намочила сегодня? Чтобы что-то взять. Угу. У Макса с Каролиной недавно соревнования были в школе. И они даже заработали медальки. Вот Каролина 3-е место заняла. Бегали они кросс. И Макс занял 1-е место. Вот. Это он в прошлом году бегал. 1-е место занял. Это в этом году 1-е место занял. Это он на футболе тоже вот получил медальку. Что? Каждый год у них проходят соревнования там разные. Вот Макс уже 2 раза 1-е место занял. Самый быстрый из своего класса. Каролина в прошлом году ничего не получила, а в этом году заняла 3-е место. А в прошлом году она, там, не знаю, какое-то 6-е или 5-е была. В этом году быстрее потом, бегаешь, да? Да. Не хочу дышать. Почти 2-я она прибежала. Там девочка ее под конец обогнала. Немножко посижу, повяжу. Потом буду монтировать блок. И все на сегодня. Он сначала полежит на диванчике.
Ему станет жарко, он ляжет на пол. Утро Ксюши в школу вообще к 11 часам. Они куда-то идут. Утром уроков не будет, она пойдет к 11. Все. Всем пока и до следующего влога. А? Всем пока. Hasta la vista, bro.